Добраться до участка, отлично. Так, просто быстрее. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что, он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь, люди способны на все. У этого нет мыслей. День, когда все потеряло смысл. Причем тут навсегда и татуировка обманул смерть. Вы мне мозги пудрите. А когда-нибудь день бывал? Это у меня такой вопрос. Там называлась та игра «Девица грабит гробницы». Да, что это такое за сбор мусора? А, тут белая, не пройти. Темно, не видать нифига. В такое надо ночью играть. Давай. Собирайся. 13, ничего себе. Не шатайся по темным переулкам, и все будет нормально. Вроде он не старый. Его выбросили из окна. Жуть какая. Не шатайся по темным переулкам, и все будет нормально. У каждого не больше двух мыслей, и мысли повторяются.
О боже, что я натворил? Нет, 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 Рик. Настоящие ведьмы такие шляпы не носили. Его выбросили из окна. Жуть какая. Нужно идти домой. Прямо сейчас. Может, у нового начальника полиции все получится. Бутылка. Эй! Успокойся, поговори так, со мной. Мы нашли чувака. Как тебя зовут? Брэд. Хорошо. Ну, теперь рассказывай. Я не знаю. Мы хотели оттянуться. Поехали в город. Выпили одну, потом три, а потом уже... не знаю сколько. Я не помню. Вроде я вез Рика и Лору домой. И, боже, я их убил. Чувак прошел через стену. Причем обычный, типа, живой. Ты сам сказал, не помнишь. Я, пожалуй, пройдусь тут немного. Может, выясню, что произошло. Боже, что я наделал? Вот, теперь у нас бутылка будет изучаться. Виски. Так, читаем газетку. Или что это у нас? Номер. А, номер. Брэд. Тачка Брэда. Видок паршивый. Так, кто вел машину? Кто? Кто вел машину? Что ты прыгаешь перед ней? Да, еще что-то сумка, что ли? Немного, но уже кое-что. Заправка недалеко, надо наведаться. Да ладно тебе. Точно помню. В Испании их сжигали. А, это все в ведьмах. И что у нас тут? Нет, я тут не могу пройти, а чувак тут прошел. Вот, выход. Точнее, проход. За фигня. Так, нам надо зайти, чувак. А, можем перейти? Спокойно можем. Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался от свалившегося на тебя одиночества. Забавно, как все повторяется. Сегодня он впервые стрелял. Обычно предпочитает ближний бой. Так что, если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил копа, он в розыске. Стреляй без предупреждения. Оперативный штаб.
Нужно помнить, что этот убийца такой же человек, как и все мы. Копы должны стоять друг за друга. Европеоид. Такая раса интересная. Маска капюшон. Кто глаза его видел в темноте, собственно? Нет, сэр. Я и сам очень хотел бы это знать. Нет. Пока никаких подозреваемых. Лейтенант, все это из-за плохого руководства. Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку, вина лежит на вас. Сегодня мы потеряли одного из наших. А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте. Он был в перчатках и, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего! Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем, то ошибаетесь! Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. Или улику, которая приведет нас прямо к нему. Это приказ. Да, вас понял. Рекс, как собачка? Пас. Так. Что у него там? Не показано, ладно. А отряд спецназа с ним бы справился? Скорей бы схватить этого монстра. Ничего не могу сказать. Я из другого отдела. Я тут всего полгода проработал. Так копов убивают? Часто? Нет. Я бы не сказал, что часто. Я прослужу... Надеюсь, я дослужу до пенсии. Как раз потому, что такое нечасто бывает. Ну и слава богу, что нечасто. Я, конечно, тоже хочу ловить бандитов. Просто денек выдался. Слушай, сынок, у нас у всех бывают тяжелые дни. Эй, Бакстер, все смотришь в рот своей ясновидящей? Ты прекрасно знаешь, что я не верю во все это дерьмо. Но оно другое дело. Результаты налицо. Когда найдешь источник надежнее, дай мне знать. Значит, Бакстер не знал. Ну,
это не самое странное из того, что я сегодня видел. Нужно верить в полицию. Информация о пропавших жильцах. Меня прикалывают правонарушение прогул занятий в школе. Да. Отменю. Джой Фостер. Ее задержали. Так, где она? Я выяснил тут все, что можно. Надо проведать Джой. Может, она уже вычитала что-то. Как это Ронан так быстро стал детективом? Да он в чудо играет. Главное меню, а что он там играет? Бумс. Робинсон обрабатывает девчонку. Да, она что-нибудь дело знает? Посмотрим. Робинсон на вид джентльмен, но допросы вести умеет. Да, ловкий малый. Ставлю на него. Интересно, знает ли что-нибудь девочка? Нас не зря учат действовать по инструкции. Черт. Допрашивать людей работенка не из легких. Спрашивать людей, господи, любая женщина справится. Не любая, конечно, но многие. Трудно представить, что убийца просто живет, ходит по улицам, как и все остальные. Нифига себе, у них кресло в полиции. Что, богатый участок какой-то. Но креслица офигенные. Так, значит, мы идем правильно. Практически. У-ла-ла. Mm.
Ты здесь за что? Слишком долго объяснять. Скажем так, я не хотел, чтобы какой-то судья распоряжался моей жизнью. Это мне решать, и я решил. Хотя теперь это уже не важно, да? Повесился, что ли? Важно. Раз ты все еще здесь, я могу помочь? Не. У тебя, как мне кажется, своих проблем выше крыши. Сам разберусь. Как всегда. Спасибо. Делай, что должен. Я справлюсь. Да, походу повесился. Если бы я тогда только мог знать, кем стало потом. Первое преступление, так тут уже много. Что-то не складывается. Меня. Тут призрак, вон он. Вон в той камере. Вы можете перевести меня в другое место? Заткнись, а. Мне еще тут твои бредни возможны. Неужели они этого не видят? Тут еще один. Ну, не... Призрак, он же... Вон там. Нет, я здесь. Не та камера. В твоей должны быть стены, обитые войлоком. Почему только мне достался этот псих? Так, здрасте. Скажи, что с тобой случилось? А сам как думаешь? Умерла? Да, я это вижу. Но как ты умерла? Вскрытие не должны проводить, если причина очевидна. Я не знаю. Таблетки. Вроде снотворное. Я хотела уйти мирно. Я не знала, что очнусь. Что мне теперь делать? Если бы я знал. Как выясню, сразу сообщу. Это просто дурной сон. Я не верю. Это просто дурной сон. А, дальше? Я не верю. Там же еще была опция. Ведь татуировка с пауком обычный символ отсидки в тюрьме. Его тело. Почему тут в паутине два паука? Он ошибся с тату. Это просто татуировка. Вот и все, что я знаю. Занимайся своей работой. По этим тату можно кое-что выяснить. Почему старик такой злой? Никто меня не уважает. Вся рука похожа на признание. В мединституте учат далеко не всему. Во многих вещах. Сынок, мы уважаем покойников. Не забывай это. Камера и сразу тупо.
где же была какая-то табличка. Это мы так просто нашли дело. Кам Нельсона какого-то. Опа. Каждый такой ключ — это статья. Каждый ключ, понимаешь? Нет? Ладно, что ж. Сиди тут, тихо. Ты здесь надолго. Черт! Так, слушай. Слушай, я могу тебе помочь. Досье на звонаря, оно где-то здесь? Да, и оно поможет найти мою маму. Но я ведь говорила, ты мертв. Как ты мне поможешь? Эй, я это место лучше знаю. С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю. Она называла его бастард. Бакстер. Ясно. Его кабинет на втором этаже. Я тебя проведу. Идем. Понятно, куда что идем? Бакстер. Они смотрят. Отвернуться. Надо вырубить камеру. Да, и там открыто. Как весело. Теперь будем разыгрывать полтергейст. По полной. Иди за мной. Я помогу тебе пройти мимо копов к двери. Легкотня. Один раз ты уже попалась, детка. Теперь давай-ка не высовывайся. Ну да. Очень странно. Только больше никаких мертвых копов. Давай, поторопись. Ронан должен был подождать. Так, пошли. Такого не должно быть. Стоять друг за друга. Ой-ой-ой.
Давай. В ее теле мы перейдем. Ну вот, молодчина. Почти пришли. Молчал бы лучше. Разве не я нас сюда привел? Тебя убили, мистер Решету. Слушай. Вернись. Ненавижу. Я не могу перебраться. Помоги мне. А нельзя, типа, перелететь и все что? Такое? Я призрак, а не Боинг, понятно? А тебе без меня кабинет в жизни не найти. Не вздумай читать мои мысли или про всякие гадости думать. После этого мы квиты. Пошли. Так, все, выходи. Сейчас. Хочу влезать в эти дела с убийствами. Почему он всегда молчит? Убийцами всегда оказываются молчуны. Я думал, в полиции Салема работа спокойная. В полиции? Смешно. Портрет как чего? Да. О, это кто? Тебе она выздоровела. Ты избавил ее от болезни, разрушающей сознание. Что ж, думаю, ее. Теперь вы вместе. Чуваки, у вас там техника с ума сошла и вообще... Еще какой-то штаб тут. Ништяк, ладно. Начнем отсюда. Какого? А второго привлечь чем? Поторопись. Исчезли. О, еще что-то. Чем мы остановились? Ну, она прошла. Так, дальше. Тут никого нет, что напрячется. Пронесло. А где все? Обычно детективы днем работают. Так, а где кабинет Бакстера? В том коридоре, справа. Ладно. Инспектор.
38. Это надо, блин, весь участок обойти по 150 раз. И ничего не упустить. Хочешь, чтоб тебя застукали? Прошлась тут как торнадо. Тут до меня все так уже и было. Да, понятно. Где можно спрятать досье в такой комнатенке? Да хрен знает. На полу. Настоящее досье. Вот доказательство. Надо же, он так и не дал ход компромату на меня. Ага, не торопись. Нормуль, досье само найдется. Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем. Его же не будут хранить у всех на виду. Надо просто поискать. Ну же, надо найти досье. Преступления кажутся случайными, не имеющими отношения друг к другу. Полиция и не видит никакой связи, кроме Бакстера. Я не совсем ему доверяю, но он мой единственный шанс. Книжка Кассандры. Ну, мое сообщение. Дальше что? Эй! Проверь голосовую почту. Ладно. Бакстер, я тебя снял с этого дела. Чтобы все документы и это ее досье лежали у меня на столе. Угу. Если Рекс запрашивал это досье, оно может быть еще здесь. Да. С той стороны должна быть щеколда. Ага. Надо ей сказать. Эй, родная, иди сюда. Вроде нашел.
О. Покажи. На стеллаже сбоку кнопка. Да, это оно. Надеюсь, ты понимаешь, что здесь написано. Ведь правда? Да, но не все. Последняя запись, он про меня знает. Боже, он за ней охотился. Еще ничего не ясно. Ладно, пора идти. А черт! Да шо ж ты какая криворукая. Стоп, что это? Музей? Очень странно. Откуда это в досье? Не знаю. Ты возьми с собой, и там разберемся. Она здесь. Надо проверить. По всем кабинетам. Так, валим. Не высовываться. Давай, давай. Сейчас. Тупая хрень. Так, ну тут мы еще далеко не все нашли. Вниз-то сюда ей кто мешает спуститься? А. Ой, баночку выплевывает. И одну на другую, и они исчезают. Мистика. Нет, далеко от них. Где у нас выход? Блин, кто тебе мешает выйти, я не понимаю. Ясно. С ним надо говорить. Погоди. Дай сначала посмотрю, что там. Рекс. Кто? Коп, тебе его лучше не знать. Ладно, надо добежать до той комнаты по моей команде. Эй, сэр, стойте. Почему объявили тревогу? Давай, давай, давай. Проверяют. Она что, внучка Гудини? Камеры запираются. Как поймаем, спросим. Слушайте, я хотел сказать, Ронан был мужик. Носил жетон с честью. Ненавижу, когда мне врут. Охренеть, что это такое? Оперативный штаб. Здесь хранятся все данные по нашему делу. Ну, я свое получила. Пока. Эй. Ты еще не поняла, что в одиночку точно на тот свет отправишься. А это уже знаешь? Не твое дело. Черт.
Забавненько. Так, ладно, что мы тут делаем тогда? Все, нашли. Кроме здесь, оперативный штаб. Про задержанную свидетельницу, что-то еще. Что тут? А. И все-таки Ронан? Ого! В таких сонных городках беспокоиться не о чем. Как хорошо, что я не в отделе убийств. Иногда офисная работа кажется заманчивой. Там уже 89. Что-то еще в оперативном штабе. Народ, что? А, ладно, догоняем. Так, где выход?
Это не выход. Где черт побери выход? Это? Нет, да. Ну, на первом же был выход. Вы что, издеваетесь? Так, а теперь мне как вернуться? Чувак, где выход? Я же видела недавно. Лестница опять. Угу. Стоп. Что-то выход был. Вдруг остались одни окна. Да, вы меня разыгрываете. Ненавижу. Где же выход? А, господи, вот же выход. Туплю. Эй, ты далеко собралась? Если тебе так надо, сам ищи свои долбанные улики. Одна ты, мать, не найдешь. Что? Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Так, послушай. Твоя мать составила это досье, чтобы помочь найти убийцу. Там не сказано, что стало с ней самой. У нас разные цели, но путь к ним один. Надо найти убийцу. Мне нужен помощник в мире живых. А тебе ищейка. Последнее дело. Кладбище Эшленд Хиллс, его не видно, но оно там. Что? Не знаю, видимо, она считала, что тут замешан звонарь, а копы нет. Ладно, пойдем туда. Эшленд Хиллс. Мы не думаем. Да хорош, мы нужны друг другу. Я тебе нужна больше, чем ты мне. Короче, мы партнеры. Ладно. Временно. Ну а больше мне и не надо. Ронан. Ронан О'Коннор. Я... Джой. Серьезно? Ронан, что ли, лучше? Имечко прям как из средних веков. Так мы правда идем на кладбище? Ну? А, мне надо кое-что сделать. Встретимся там. Не-не-не-не-не. Никуда я тебя не отпущу. Или так, или все отменяется. Если не приду, значит, не судьба. Все? Понял? Я на тебя очень рассчитываю. У меня больше никого не осталось. Девочка лазит.